Всем привет, с вами Ник Фрост. Ник Фрост, который все еще бацилка, и Ник Фрост, который все еще играет на бесплатных выходных в Хейло. Так, восьмая миссия. Сигнал Андерс. Можно я возьму это на память, профессор? Если вы не заметили, сержант, я занята сбором важных сведений. Азиаточки. Невидимка. Предейтор. Вы идете со мной. Оставь ее. А ну поговорим, как мужчина с уродом. Как угодно. И руки нахер ему отрезал. Андерс, отойди! Я пойду сама, не трогайте его. Пошла сама, это называется, потащили просто. О. Мастер Чифы приехали. Сэр? Я в норме! Дух огня, Фордж на связи! Андерс пропала! Что случилось? Откуда-то вылез здоровенный титан. Капитан, я слежу за маячком. Она удаляется от планеты. О, черт. Сержант, немедленно возвращайтесь. Я уже в пути, сэр. Слушайте, все уже здесь. Почему мы тянем? Почему не в медотсеке, сержант? Он вышел на световую скорость. Держит курс на границу. Вне досягаемости орудий. Что? Нам нужно лететь за ней. Еще несколько секунд, и я потеряю сигнал, сэр. Капитан! Сэр, Андерс всерьез угрожает нашей безопасности. Сирина, старт немедленно. Следуй за сигналом. Есть, сэр. Прикольно. Мы оставили записку, когда улетели? Какую еще записку? Сирина, где мы, черт возьми? Мы на орбите какой-то планеты. В общем, я это выясняю, сэр. Андерс? Корабль Ковенанта, который мы преследуем, укрылся на поверхности. Координаты у меня. Как насчет прочей активности Ковенанта? Я ничего не обнаружила, но с планеты идут какие-то странные сигналы. Отправь туда Форджа. Думаю, он уже на борту Пеликана и ждет лишь приказа. Дух огня. Это Эко и Индия. Разведгруппы на слонах. Врага не видно. Ищем возможные базы. Прием. Слоны? Сержант Фордж, зачистите рубеж перед собой и пробейтесь к своему маяку. К тому времени мы придем. Блин, это фишка с мышкой, блин. Сержант, пока не можем доставить подкрепление. Обучайте людей из слона. На позицию. Рвемся. Ой. Буди! Готовы выдвигаться. Фига себе, слон. Так, ребята, ну я гляну, что тут с аудио. Какого хрена таких тихо слышно? А, ну в принципе... В принципе, сложность по умолчанию стоит. Да не пойму, почему в роликах так громко. А вот громкость видеороликов, можно было бы ее чуть ниже сделать, тогда был бы у нас общий уровень. Ну ладно, не буду уже ничего ломать. Хм, странно. Да ну, ролики орут, а в игре хрен их услышишь. Опа-опа, бля. Че разблокировать? Кого разблокировать? Что вообще происходит? Это что еще за чудики? Мобильная мини-база, блин. Огнеметчики готовы. Ожидаю. О, если комп это сам будет делать, а я... Ух ты. Будет сделано.
То есть бабло само появляется, да? Ожидаю. Пошел. Огнеметчики, да? И бошкаем. Сирина, ты говорила, мол, никаких признаков деятельности Ковенанта. А это тогда что? Это раса Джиралханай. Или Бугаи. Это они напали на жатву. Уже там. Ой, навыки. Это практически моя жена делает подарок сейчас. Не, советуется со мной, как лучше его сделать. Я что, пехотой должен играть? А вы тут собираетесь что-то строить, блин, делать? Да юниты, блин, не юниты. Погнали. Закидаем помидорами. Уже там. Будет сделано. Так, база, поехали, блин. Да, конечно. Дело. Приготовьте оружие. Вижу цель. Вас понял. Все юниты к цели. Сделаем. Ну, такое, что непонятно. Живо, огонь. Цель впереди. Кидаемся, кидаемся. Или надо было наклепать больше. Что-то, а ну, отступаем. Наверное, их надо было больше сделать. Будет сделано. Порвем их всех. Десантник убит. Поджарен. Двигаюсь к цели. Готов. Ну что, моя база? Она такая боевая, в смысле. Скотинка. Готов выдвигаться. До приказа. Следите за этим слоном, сержант. Без него нам тут не закрепиться. Они наши. Так, база отступает. Готов выдвигаться. Бросай гранаты. Да, блядь, ну это дебилизм, сука. Интеллект как у ракушки, ёпта. Короче, что-то я не додупляю. Ладно, придется намножить этих, блин, бойцов миллиард штук. Алые спартанцы на связи. Мы ударим с фланга и выйдем на вашу позицию. Десантники готовы, сэр. Давайте, спартанцы. Гасите, блин. Эко в порядке. Ситуация в норме. Все. Погодите. Что-то движутся. Они здесь повсюду. Это эко. На помощь. На помощь. Они прорвались. Б. Сигнал от эко исчез. И внезапно. Это странно. Огнеметчики готовы выдвигаться. Сержант, возьмите группу и выясните, в чем там дело. Да, сейчас выясним.
все юниты. Да, конечно. Десантники готовы, сэр. Докладывает Индия. Разгружаем слоны. Все. Погодите. Что? Что за чертовщина? Саранча, блин. Споры паразита. Они напали! Догнали! Эмоции прям капец. Индии тоже пропал. Не к добру это. Где тут наш, блин? Драндулет. Все юниты. И где Д-77, когда он так нужен? И не говори. Уже там. Да? Есть. И что ты умеешь делать с этой штукой? Все юниты. Ты у меня будешь юнит номер 9. Нет, нифига, девяточку нельзя назначить. Не надо, юнит номер 8. О, восьмерочка работает. Давайте спартанцы на разведку. Вон, я вижу, тут что-то интересное лежит. Закидаем его говно. Я пошел. Все юниты. Пути. Ничего тут нет. Нам точно нужна вся экипировка. Готов, уже там. И черные ящики. Понятно, в каждой миссии я должен был находить, но я их там нашел буквально несколько штук. Так, солнышко, ты тут останься, окей. Берегите слона, да? Регенерация подготовки. Лечение целей. Все юниты. Сделаем. Но оно раненое есть? Это вряд ли. Они хотят вот есть. Подвигаться. Понял, пошел. Роджер, роджер. Нужно больше ресурсов. Десант готов, сэр. Уже там. Звуки. Все юниты. Пути. Погнали. А хотя, секундочку, какие-то. А, эта штука. Спячки. Вот это я удачно тут припарковался, наверное, ну нахер. Все юниты. Сваливаем. Конечно. Я иду. Какая у нас тут туса народа, блин, да? Да, конечно. Так, что у нас с картой? Подальше ее сделать. Готов к развертыванию. Двигаюсь к цели. Уже там. Блин, край карты какой-то прям. Спартанцы тут ходят. Ходят и ходят. Где я, нихера не вижу. Я пошел. Где я ничего не вижу. А, вижу. Легко и просто. Вперед. Какая-то странная хрень. Больно не будет. Да. Направляюсь к цели. Какое-то поражение. Пехота. Фига себе они гасят. Ну, нам сюда всех, конечно, не надо. Вперед. Нам достаточно 3 спартанцев. Понял. Вас понял.
Как у вас, блин, отдельный отряд взять? Уже иду. Вот ты смотри, блин. О, сработало. Вперед. Готовы выдвигаться. Ну, закопайся, что ли. Я думаю, трех спартанцев хватит, если вдруг кто нападет. Я не против. Все юниты. Так, слон, погнали. Все юниты. Я пошел. Смотрите в оба. Все юниты. Будет сделано. В пути. Есть. Такая я банда, блин. Вас понял. Слушай. Стрёмное какое место, а? Легко. Все юниты. Ё-моё, спартанцы не хотят обогнать эту тарантайку. Дайте цель. Будет сделано. Пути. Идти. Это сигнал. Мы уже близко. О, наши братюни превратились в какую-то куету. Как прям в зергах. Это Фордж. Похоже, Эко и Индия пропали. Прием. Ковенант? Не вижу никаких следов, бугаев. Это не Ковенант. Это что-то еще. Куда хуже. И куда гаже. Это зерлинги, блин. Ну, погнали. Готовимся атаковать. Расчистите это дерьмо вокруг клона. Он так не пройдет. Порвем их всех. Все биты, биты. Будет сделано. Готово. Огонь. Он бросил сейчас. Какая гадость. Не понял, то что наши превратились в такую хероту? Давайте все юниты, я понимаю, вас мало осталось, но вы же можете. Завтыкал за вот эту фигню. На месте маяка одобряю. Сирина, готовь капсулы. Есть. Участок отмечен, капсулы запущены. Не ошибитесь, ребята. Чего? Все юниты. Будет сделано. Я пошел. Ничего, я сюда еще вернусь.
Автосейв наш любимый. Станция построена. Да. Все юниты. Делаем. Так, бабло нам надо, да? Бабло, бабло. Это что-то новое. Электроэнергия. Занятные организмы. В нашей базе нет данных об их происхождении. Да и вообще ничего о них. Бригада. На первый взгляд, они похожи на какой-то особенный вид паразитов, которые живут за счет поглощения других разумных существ. Ну понятно, понятно. Сирена, ты в курсе, что такое лишняя информация? Так, я хочу ангар. Что для него надо? А, две вот этих, понятно. Видим. Целью снова это мне. Десантники готовы к бою. Так, а что нам надо? Противотранспортную. Противопехотную. Противопехотную. Ракетомет. И рельсовая пушка. Турель улучшена. Турель улучшена. Так, хочу. А что сделать-то надо? Найти и вернуть слонов. Турель улучшена. Турель улучшена. Все юниты. Реактор улучшен. Цель впереди. Базу атакуют. Цель впереди. Ой-ой-ой, короче, вообще эту гадость лучше. Пехота превращается в фарш. Я пошел. Я иду. Живо, огонь! Я считаю убитым. Сделаем. Будет сделано. Жду указаний. Вы тут что, застряли? Все юниты. Я пошел. Уже там. Так. ВВС и техника. Скорость слона серьезно вырастает. То нафиг надо. Улучшена до крепости. Все юниты. Нормально отбиваются. Все. Сейчас я, блин, как в старые добрые времена воздушной техники нафигачу. И всех перекошу. Этих вообще братюнек надо где-то дома оставить. База построена. Ой, где этих слонов вообще? Где бы их приныкать? Готов к развертыванию. На ходу. Враг впереди! Все юниты. Ангар построен. ККОЛ! Так. Бля, они вообще всю базу оббегают, а эти дебилы не могут проехать. Блок снабжения улучшен. Интересная. Блок снабжения улучшен. Картинка. Оружейный завод построен. Двигаюсь. В пути. Рвусь в бой.
Куда двигаться? Куда двигаться? На базе втыкай. Куда двигаться? Ожидаю указаний. Ага. Это мой отряд номер один. Так, зарылись, блядь. Давайте, обходим. Уже там. Ближние юниты. Готово. Есть. Хорошо. Так, мне кажется, или... Пойди. Один спартанец кого-то хера залез вовнутрь. Я готов. Какого хера ты там делаешь? Я в порядке. Развертываемся. Не понял. А я не понял. Иду. Как он там оказался? Все юниты. Я иду. Ну как тебе? Класс. Делаем. Вперед. Слышь, Вася, а ты как туда залез? Это место воняет. Рвусь в бой. Ожидаю указаний. Ладно. Я иду. Ладно. Что мы можем делать? Что я тут еще могу сделать? Авиабаза у нас уже есть. Разве что еще побольше бабла, чтобы производилось. Вперед. Да, типа, чтобы я прям был при бабле. Беги, стреляй, умри молодым. Вас понял. Понятно. Это интересно, интересно. Четыре штуки надо, да? А, вот таких надо четыре штуки. Так где же их возьму? Блин, надо было меньше блоков ставить. Самая совершенная боевая техника. Эти дорогостоящие мусы способны что? Наносить огромные повреждения. Вот жопа. Урон зоны покрытия увеличивается. Большие турели. Ага, не могу я. Не могу я это делать, потому что налепил дофига, так что. Пехотой давить, что ли, блин. Три. Вот же ж, блин. Нужно больше ресурсов. Вот же ж, блин, налепил, Николай. Надо вот таких штук до хера было. А ты что сделал? Улучшенный завод. Я не против. Вообще, я предлагаю всю пехоту тут оставить. Пусть базу защищают. Легко. А, воевать только техникой. Скорпион заправлен. Нужно больше ресурсов. Да понятно, блин. Ой, ёпта, блин. Реактор построен. Нужно больше ресурсов. Not enough minerals. Вперёд. Моя бравая пехота атакует все, что шевелится. Двигатель запущен. Опа-опа. Вот она, моя сила, блин. Так. Скорпион готов. Скорпион это годно, годно. Тут все это самое. Исследовал бы все, что мог. Большие турели. Так, а пехоты у меня нету, чтобы медика им дать, да?
Скорпион ждет, блин. Трех скорпионов на первую вылазку хватит. Блин, так неудобно это сделано. Сука, где моя техника? Ага. Будем гасить исключительно скорпионами. Все остальное подождет. Двух пехотинцев с ружьями. Ага. Каких ракет? Вот этих? Может, шершня забесать? Турель улучшена. О, турель улучшена. Что это еще за хрень, а, слоны? Нужно больше ресурсов. Да, ресурсами у меня всегда проблемы. Так, наши там отбиваются. Ну все, скорпионы, погнали. Жду указаний. Я в пути. Изучена картечь. Фигарим картечу. Изучены жало. Мы идем. Цель выбрана. Все отлично. Отлично. Пока пусть так будет. Тут эта штука уже дымит. Регенерация, лечение целей. Скорпион готов к бою. Ё-моё. Ближние юниты. Скорпион на марше. Готов. Вас понял. Есть. Я не против. Уже иду. В пути. Понял. Считай, готово. Цель получена. Рвание в клочья. Ничего себе, тут прям повреждения на уровнях есть. Иду. Вас понял. Нет проблем. Уже там. Он труп. Расплюнуть. Уже иду. Противник. Танки, значит, не могут, да, брать? Это что еще за чечек там стоит? Легко. Я в порядке. Ясно. К бою готов. Слушаюсь. Танки готовы. Скорпион пошел. Капец. Куда двигаться, сэр? Да. Это у меня будет отряд номер 3, блин. Жду указаний. А это отряд номер 2. Я не против. Так, что я тут могу еще исследовать? Я хз, блин. Реактор улучшен. Вижу цель. Эти блохи прям по горе могут идти. Вижу цель. Без проблем. Рвусь в бой. В поисках цели. В нашем взводе было больше людей. Нас разбросало, когда они ударили. Это что, пехота? Танки готовы. Понял. Противник на прицеле. Идем. Вас понял. Есть, сэр. Врага больше ура! Нет. Ура! Цель получена. Иду. Ну, кто без следующий? Проблем. Цель уничтожена. ККОН вперед. Вперед.
увидим. Изучены подкрепления. Считай, готово. Легко. Понял, уничтожен. Танки на марше. Я не против. Да. Координаты получены. Слушаюсь. Враг атакует. Кто там атакует, блин? Враг атакует. Где? Уже там. Вас понял. Вас понял. Раз. Будет сделано. Раз, два, раз. Есть. Нет проблем. Веселее. Так, что тут еще можно изучить? Ресурсов. Да. К дьяволу. Ближние юниты. Ближние юниты. Иду. Расплюнуть. Вперед. Вперед на поиски отрядов. В пути. Он труп. Есть, сэр. Вас понял. Идем, идем, идем. Противник на прицеле. Иду. Я не против. Легко. Враг атакует. Есть. Высадка успешна. Ракета пошла. К бою готов. Ближний юнит. Уже там. Изучен адреналин. Мы идем. Двигатель запущен. Цель выбрана. Что приказа? Двигаюсь. Да? Высадка успешна. Понял. Скорпион пошел. Уже иду. Скорпион в пути. Спасибо за помощь, сэр. Цель выбрана. Что тут за нахуй? На марше, в пути. Я в пути. Маршируем. Четыре танка, где-то один сдох. Скорпион пошел. Цель получена. Вас понял. Иду. Изучены запасы. В поисках цели. Атакуем. Скорпион в пути. Он труп. Вижу цель. Болезненные юниты. Я не против. ККОН вперед. ККОН вперед. Наконец-то мы жаждем боя. А ну наверх сходили. Не знаю, кто тут атакует. Особо не замечаю. Чудо, что вы здесь. Мы уже потеряли надежду. Болезненные юниты. Нет проблем. Идем. Без проблем. Цель получена. Расплюнуть. Нет проблем. Без проблем. Наконец-то мы жаждем боя. Вас понял. Уже там. Так, шухер, там какая-то слизня за нами гоняется. Есть. Раз, 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 два. Ближние юниты. Вас поняла. Наши нас предают, блядь. Там что атакует? Ближние юниты.
Изучена усиленная турель. Риген, лечение целей. Ближний юнит. Да. Жду указаний. Куда двигаться? К бою готов. Готов повеселиться. Ближний юнит. Высадка успешна. Ближние юниты. Уже иду. Не зевать. Скорпион заправлен. Жду указаний. Ожидаю приказа. Я в порядке. Так, ожидаешь приказа? Приказ такой. Легко. Валите сюда. Базу атакуют, да? Мы идем. Раз, к бою готов. Раз, раз, два, раз. Есть. Я не против. Скорпионы быстро охоту стали, капец. Так, что тут можно еще на улучшать? Я тут прям глаза разбегаются, не знаю, что это такое. Пусть будет. Нужно больше ресурсов. Да, разошелся сильно? Уже иду. Уже там. Понял. Сейчас-ка я к тебе. Как к нему подъехать, справа или слева? Гасим. Вас понял. Изучены отражатели. Заряжена. Улучшена ковровая бомбардировка. Он труп. Вот и цель. Координаты получены. Да ну, блин. Получено, но что-то... Уже там. Есть. Противник на прицеле. Я тут просто фанат все очистить прям. Вепри пулеметчика. Да, атакуй, не атакуй. Нужно больше ресурсов. Нужно больше все ресурсов. Равно получишь, понятно что. В пути. Считай, готово. Мы лишили слона. Нужно беречь все оставшиеся. Перегруппироваться. Что, серьезно? Are you seriously? То есть я так шмальнул, что слона убил? Да ну нахер, ну ребята, блядь. Играть, чтобы, блин... Блин, ну это дебилизм. Так сильно пальнул, что убил слона. Ой, ядрен батон. Ядрен батон. Так. Приказ такой, идут сюда. Ангар построен. Ну ладно. Так, спартанцы, отряд номер 2. Оружейный завод построен. Вся эта, блин, пехота, непонятно что. Будет сделано. Вас понял. Ожидаю. Да? В
Вас понял. Так, ладно. Ладно, на этот раз я буду умнее. Надеюсь. Готов. Так, у меня будет отряд 2. Да? Реактор построен. Вас понял. Это мой отряд 2. Отряд 2. Интересно, на что способен мой отряд 2? Вас понял. Ожидаю. Пошел. Так, центр снабжения. Центр снабжения. Так. Ну ладно. Подонки, блядь. Играл себе, играл, а тут херякс. Вас понял. Блок снабжения улучшен. Вы потеряли слона, блядь. Вас понял. Блок снабжения улучшен. Да? Что вот это он такое умеет делать? Делать технику понял. Захватывать? Попробуем тремя этими спартанцами затащить. Вас аккуратно, аккуратно. Кто там атакует? Толк-то от того, что вы атакуете. Пошел. Ладно. Пошел. Ладно. Пошел. Пошел. Ладно. Пошел. Пошел. Ладно, ладно. Тут все очень интересно. Тут не хватает бабла. Три спартанца это, конечно, маловато. Вас понял. Хотя они крутые. Так, параноидальное сохранение онлайн. Вас понял. Вас понял. Вас понял. Или может это воздушной техники нафигарить, я даже не вас знаю. Понял. Вы еще отступали к месту, где вы должны стоять, а не вот это. Прям даже не знаю, что сказать. Реактор. Шесть. Я хочу гриф хотя бы один увидеть. Что это за чудище такое? Для этого надо улучшить реактор. Да? Вас понял. Ну тут ребята отбиваются эти, я надеюсь, назад отойдут или нет. Или вряд ли. Не, ни назад не отходят. Или отходят. Без проблем. Без проблем. Вас понял. Вот эти ребята назад отойдут или нет? О, отошли. Так, хочу такую штуку. Просто посмотреть, что оно за хрень такая. О, хорош, блин. Будет сделано. Так, какие слоны? Так, ну я думаю, спартанцев никто не убьет, если я где-нибудь тут оставлю без присмотра. Вас понял. Так,
Нужно больше ресурсов. Регенерация подготовлена. Лечение целей. Ожидаю. Пошел! Вас понял. Без проблем. Без проблем. Нет, три спартанца это мало, конечно. Какие, блядь, все юниты, ёбаный в рот. Все назад. Два сюда. Чудо-юдо, куда-нибудь сюда. Вы, блин, на место. Вы тоже, блин, один сюда. Один сюда. О, блин, нажал лишь. Так, хотите изучить, что это такое? Так, ну чё, спартанцы и странная херовина полетели? А ну. Гаси, блин, ты думал, а так целись, а? Какая медленная штука, она туда может полететь? Типа самое грозное, что есть в игре. Гриф взлетел. А, так гриф взлетел. Вот оно что. Эти херни просто восстановились. Изучен шквал огня. Двигаюсь к цели. А, понятно, эти штуки восстановились и это. И они атакуют. А, я понял, в чем дело. Шухер, блин, шухер. Без проблем. Ожидаю. Я понял. А если я тут оставлю кого-нибудь? И они тут будут стоять и типа не давать этой херне возродиться. Будет сделано. Будет сделано. Будет сделано. Оружие. Живо, огонь. Будет сделано. Огонь на поражение. Уберите это. Сдохни. Ракетная форма жизни. Будет сделано. Вас понял. Какой путь, блин, стоять? Ожидаю. Регенерация подготовлена. Лечение целей. Интересно, интересно. Ожидаю. Пошел. Пошел. Да? Да, ясно. Интересно. Готов. Дю тут, блин, стой. Понял. Ожидаю. А вы вот тут. Пошел.
Уходи. Даже не так. Готов. Понял. Ну. Уходи. Разделение труда, черт возьми. Так. Ожидаю. Пошел. Уа. Клево. Ну, погнали, блин. Прикольно. Что, не могите теперь возродиться, пидоры? Та. Теперь у меня два кабана. Изучены подкрепления. Нужно больше ресурсов. Та, сейчас будет. О, козырно. Козырно, два кабана таких. Так, эти тут стоят, не дают им возрождаться. Эти тут стоят, не дают возрождаться. Ожидаю. Пошел. Да? В принципе, спартанцев можно забрать. Танцы могут понадобиться, да я там знаю. Изучены жало. Изучены запасы. Уничтожить. Слушаюсь. Кабаны, блин, а? Ну все. Хер тут кто мне помешает. Не можешь родиться? Лошара, блин. Три грифа, три спартанца. Все, всех порвем. Тут можно пока еще что-то получать, какую-то фигню. Вот это я понимаю. Когда они ударили. Куда двигаться? Пути. Пути. Куда двигаться? Пути. Двигатели запущены. Вас понял. Изучен адреналин. Ну, пехота теперь бегает, что дурная. Да, я тут сейчас все поизучаю. Нужно больше ресурсов. Гриф атакует.
как они сейчас сами раз. Так-то, блин. Папка все тут улучшил. Ой, тут еще можно технику улучшать. Та все, всех порву. Блин, можно было, конечно, миссию давным-давно пройти, но... Ой, блин. Кашляю, братишки. Я это все, конечно, повырезаю, но я сейчас кашляю просто адски. Изучены отражатели. Без проблем. Им конец. Аж хуже здесь. Уничтожить. Без проблем. Без проблем. Идем в бой. Полная скорость. Вас понял. Вас понял. А, сюда можно еще пехоту поставить. Ну, точно. Враг атакует. Пути. Куда двигаться? Пути. Двигаюсь к цели. Вас понял. Вот оно, откуда они тут рождаются. Гриф атакует. Враг убит. Будет больно. Черт побери. Сюда двигайся. Грим, пою. Будет сделано. Будет больно. Вас понял. Гриф атакует. Мы в пути. Цель получена. Уже целая банда, блин. Куда двигаться? Куда двигаться? Кружили, блин. А ну отступили. Куда двигаться? Пути. Куда двигаться? Куда двигаться? Пути. Ну, прикол. Куда двигаться? Куда двигаться? Ожидаю. Куда двигаться? Вас понял. Дело в шляпе. Остынь. Полная скорость. Цель обнаружена. Разнести их. Вас понял. Вылетаю. Чтоб тут еще улучшить. Уже и не знаю прям. Вас понял. Фига себе, куда-то там залетел. Так, главное сейчас не завалить ту штуку повторно, блин. А то я могу.
войне. Козырно, когда умеешь летать. Улучшена ковровая бомбардировка. Целая куча народа. Пути. Куда двигаться? Пути. Цель обнаружена. Двигаюсь к цели. Куда двигаться? Пути. Один меня тяпнул и сбежал. Это плохо? Что-то не так. Странное чувство. Гриф взлетел. Гриф атакует. Куда двигаться? Сяпнул и сбежал. Местное ПВО. Ну я хз, куда вам, блин, идти, братишки, тут уже. Дуйте на базу, что ли. Аккуратненько, аккуратненько, не поломайте ничего. Противника не видно. Пора идти, уже темнеет. Будет сделано. Нужно сохранить войска. Верните всех слонов на базу, сержант. Конечно. Так, все отступаем к базе. Быстро, быстро, быстро. Давай, баран, сюда езжай. Будет сделано. Вас понял. Пути. Гриф атакует. Ожидаю цели. Да, гриф. Тай медленный же вы. Закружен. Слушаюсь. Разнести их. Куда двигаться? Куда двигаться? Раз, два. Раз, два. Им конец. У меня манечка, все тут перегасить. Будет больно. Идем в бой. Все слоны на месте. Поймали сигнал с маячка Андерс. Ждите указаний. Ура! Ближе к маячку. У меня дурное предчувствие, что все скоро пойдет наперекосяк. Я пытаюсь уточнить, где профессор Андерс. Ожидание смерти подобно. Так, братишки, это была долгая миссия. Чуть я так долго в нее рубался. Там протупил. Ну, я фанат, все очистить.
всю карту почистить, все разведать. Ладненько, до встречи в следующей миссии. Не знаю, успею, не успею, там все меньше и меньше времени. За Ковенант, наверное, точно не успею прийти, но за Бравых... Я даже не знаю. За Землю, скажем так, надежда еще есть. Ну все, пока-пока, не буду затягивать.